На пресс-конференции сборной Японии, выбранной для участия в чемпионате мира, на вопрос о том, каково это быть выбранным в сборную, Шома ответит следующее. «Я рад, что поеду на чемпионат мира. Может, это и не то, что мне стоит говорить, но я не вполне понимаю критерии отбора в сборную. И есть моменты, которые меня не радуют. Что касается меня, то я буду делать все возможное». После этой реплики во время вопросов от прессы его попросили уточнить свое высказывание. На что Шома ответил: «Это все. Я и больше не могу говорить об этом. Мое странное состояние временное, а все странное, что я в нем скажу, останется. Поэтому мне лучше воздержаться от комментариев». Директор по развитию атлетов отделения фигурного катания Федерации конькобежного спорта Японии Йосуке Такеучи подробно разъяснил выбор Федерации на этот сезон и дал прессе следующие комментарии относительно фразы Шома Уно. «На самом деле, в некоторых моментах я не могу понять конкретно, чем он недоволен. Мы обнародуем критерии отбора на главные старты и в начале каждого сезона, и после чемпионата Японии. И всегда принимаем решения по справедливости, учитывая результаты прошедших соревнований. Я думаю, если мы откровенно поговорим, наше решение может стать для него понятнее». На вопрос о том, будет ли он разговаривать с Шомой лично по этому поводу, директор ответил: «Не то чтобы я против этого. Я хотел бы услышать, что он хочет сказать по этому поводу». К слову, ни один Шома не до конца понял критерии распределения спортсменов по стартам. Оказывается, некоторые тренеры и представители спортсменов тоже хотели бы услышать более понятное разъяснение о том, как конкретно в этом году происходил отбор. Но, как сообщает издание, представитель Федерации Йосуке Такеучи спешил на пресс-конференцию и ответил собравшимся: «У меня нет времени». Говорят, что в этот день представители многих команд просили дать дальнейшие разъяснения спортсменам, пишут журналисты. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самые интересные новости в мире фигурного катания. Всем пока!